Техногенное загрязнение в Мядельском районе. Около 100 кубометров отходов производства этилового спирта было вылито в сотни метров от реки Сервич. Предприятие, которое совершило правонарушение, отправляло борду на корм скоту в местный колхоз. Однако сейчас стадо находится на так называемом летнем лагере на отдаленном пастбище, что и послужило поводом для незаконного слития отходов. Вред, причиненный природе, инспекторы оценили в 27 миллионов рублей. Площадь загрязнения составила меньше гектара. Предприятию предписано начать выплачивать ущерб в течение 15 дней. В противном случае материалы будут направлены в хозяйственный суд Минской области.